Пока две столицы развернули строительную площадку, рабочие приступили к возведению перехода через Октябрьскую железную дорогу. Пешеходный мост будет иметь протяженность 90 метров, три лестницы и лифты для маломобильных граждан. Как заявляют архитекторы, его пропускная способность 2000 человек в час, а всего им будут пользоваться 23 тысячи человек. Это жители двух комплексов «Две столицы» и «Солнечная система». Именно они просили о строительстве перехода, который теперь позволит людям безопасно посещать торговый центр «Мега» и остановки общественного транспорта. Мы благодарны нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, который нам помог с финансированием, потому что этот переход стоит сотни миллионов, и, конечно, «Химки» его самостоятельно построить не могут. По окончании строительства пешеходного перехода мы благоустроим территорию с обоих сторон, высадим деревья, поставим скамейки и сделаем ее приятной и красивой для наших жителей. Построить переход планируют за год. Работы осложняются тем, что по Октябрьской железной дороге регулярно курсируют поезда дальнего следования, сапсаны и пригородные электрички. Поэтому возведение пешеходного моста требует постоянное согласование работ с РЖД.